Прочинаться о 6 раніці. Дети, как правило, жаворонки. Ну и старики тоже, как правило, жаворонки. Подростки – сова. Для одних – задовольнение. Для інших – катавання. Если он знает, что ему надо в течение недели рано вставать на работу, ему стоит подумать о том, чтобы раньше ложиться. Жаворонки и совы. Сонное супротивление. У жаворонков у них 2 пика активности, у сов 3 пика. А вот голуби, они трудятся, в принципе, целый день. Разглядаем биоритмы с наукового пункта глядзення. Проект «Навукоманія» на Беларусь 3.